пошли в магазин, делаем минимальную еще закупку, смотрим, что из этого получится, попытаемся потратить по минимуму денег. Денег у нас, как вы понимаете, в обрез. Поехали. Что обычно мы берем? Вот и посмотрим, что нам, мы обычно берем. Мы делаем расчет на то, что у нас дома ничего нет, соответственно, нам нужно купить именно то, чем мы будем пользоваться, как и едой, так и бытовой химией, так и какими-то моющими средствами, группами. Все с нуля? А, здесь 3 килограмма, там 450 грамм. Это 200 рублей, там стоит 50, 70. Тут одинаково стоит, что лоск, что тает 74 рублей. Вот, 70 рублей. Но брать на самом деле большую упаковку, ее хватит на дольше. Логично? Логично. Маленький брать не будет. Взяли, ну, я не знаю, возможно, это, но тут 1,5 килограмма. Короче, берем лоск. Мыло, зубная паста, четко. Пену для бритья мы не будем брать, потому что я ее не пользуюсь. Это хорошо. Но зато мне уходят деньги на подстрижку бороды. Так. Дорого. Любая паста стоит минимум 80 рублей. А 50 рублей даже. 40 рублей. Мы жемчугом пользуемся. Пойдем жемчуг. Дальше. Шампунь. Шампунь у нас. Ну что-то с прошлого месяца должно было остаться. Мы же не будем делать полный минимальный закуп. Минимальный. Все, мы возьмем вот это. Вот это? 51 рубль. Рис. Рублей разница. Отборный белый длиннозернистый. Длиннозернистый рис, но не отборный. Берем не отборный. Такую соль нам экстра взять или обычную каменную? Да на твой вкус, дорогой. А? На твой вкус. Это я же люблю соль, да? Ну да, правильно. Слушай, предпортовый 59 рублей. Поменьше нету? Нет. А ты думаешь, мы не съедим? Ну, в принципе, масленица, съедим. На самом деле, когда люди экономят, они едят очень много мучного. Это дешевое. Не, ну толстеть еда. Мы же не будем. Ну, толстеть мы не собираемся. Кстати, экономить, да. Леш, сегодня масленица. У меня немного горло болит, на самом деле, еще не выздоровел до конца, поэтому мы еще зайдем лекарство возьмем. Это тоже одна статья расходов, которая должна быть у каждого человека. Ну, он должен предусматривать, что люди болеют. Помимо того, что едят, мы еще и болеем. Макароны. Я всегда беру эти, но это 68 рублей. Переходим, смотрим. 45 рублей. Ну, это, конечно, вообще уже 24. 19 рублей. Боже ты мой. 10 рублей. Я не знаю, как есть. Можно ли есть макароны за 10 рублей? Насколько они качественные? Оператор отказывается. Давай пока возьмем что-то посередине. Вот. Средний сегмент возьмем, да, там. Вот смотри, со скидкой 29 рублей. Знатный вермишель. Можно брать со скидкой, просто нужно реально смотреть, где сейчас со скидкой больше.
допустим, такие тоже, да? 450 грамм, 450 грамм. Ну, два вида упаковки. Ну или 19. А это я вообще вермишельку люблю, возьму вермишельку. Хватит. Так, цена 70. Обычно мы берем вот эту. 80. 90. 200. Откуда она? Из России за 200 рублей гречка. 2 килограмма. 26. Слушай, ну вот смотри, 26 и вот эту, да, мы берем? Нет, на полку выше. Выше, да? Ну реально, в принципе, отличие. Я не вижу сильного отличия. Я думаю, тут черных тоже не так и много. Я думаю, возьмем 26. Этот товар как-то нормально. Сэкономим. Короче, алкоголь. И вообще нам никак не по пути. По крайней мере, в начале. Если мы что не сможем отложить, мы возьмем потом. И отметим конец месяца. Ну, если получится. Я, на самом деле, честно, очень сильно сомневаюсь. Львом Голицыным, наверное. Да, потому что нам еще нужно машину заправить. И еще мы завтра идем играть в волейбол. И это тоже, кстати, расходы. Но это будет такая, как бы, ну, спорт. Так, короче, это проходим мимо. Консервы туда. Нам нужны консервы. Хотя зачем нам консервы? Мы с тобой пользуемся. Вот, ты начинаешь переводить, правильно? Вот майский, 81 рубль. Крупный лист. А тис? Вон тис. Черный чай с шиповником и яблоком. 100 грамм, вот 70 рублей. Ну, вот еще за 79 есть 200 грамм. За 200 грамм. Кладем 100. Кофе не пьем. Кофе не пьем. И вам не рекомендуем. Пойдем дальше. По поводу хлеба. Я знаю, что ты любишь английский хлеб, но мы возьмем. Ну, мы возьмем потом английский, если будет лучше. Если мы поймем, что мы выходим и мы справляемся, мы его возьмем. Пока, я думаю, мы возьмем. Где? Обычный? Обычный, да. Половину? Половину возьмем, да, то у нас 16. Ходи, ходи. За 25 рублей лента. Лента потом. По большому счету мы все взяли. По большому счету мы все взяли. Даже больше, чем. Но мы взяли на неделю, условно говоря, что-то мы там. Мы не взяли сметану. Нам тебе нужна? Сметану, как это сметана? А, пойдем возьмем. И майонез, что мне нужен? Заходили на 9. Вот как можно экономить.